На календаре весна, а в Мурманске опять выпал снег. Этот выпуск программы мы хотели посвятить межсезонью и рассказать о том, как и где можно отдохнуть с детьми на улице, когда под ногами грязь и с горки не покататься. Но погода внесла свои коррективы в наши планы, поэтому мы развлекались в детских центрах Мурманска. В эфире программа «Телемамы». Когда за окном то снег, то дождь, а в Сочи уже почти плюс 20, невольно начинаешь задумываться о предстоящем отпуске. Да, я тоже на этой неделе подумала, как бы было хорошо перед школой отвезти Сашку на море. Подумала и расстроилась, потому что Сашка-то у меня плавать так и не научилась, снова буду за нее волноваться. Ну, мы тоже не суперпловцы, но хотя, посетив занятия с тренером, я поняла, что до лета мы успеем научиться плавать. На этой неделе мы водили своих детей в бассейн. К нашему удивлению, с первых же минут занятия Саша с Владом перестали бояться воды и многому научились. Нам повезло, мы попали к очень опытному и скромному тренеру. Обо всех заслугах Ольги Мешковой мы узнали уже после съемок случайно. Впрочем, смотрите сами. Плавание – уникальный вид спорта, почти не имеющий противопоказаний. Оно формирует правильную осанку, улучшает обмен веществ, сон, аппетит, координацию движений. Занятие с детками любого возраста начинается с разминки. Разминка подготавливает детей к основной части – это изучение техники плавания, изучение дыхания. Она укрепляет, она организовывает и развивает физически и ощущения рядом партнера, ощущение того, что ты в группе. Очень часто детки маленькие, они делают в группе гораздо лучше, чем индивидуально. Наши дети на занятия по плаванию пришли впервые и очень быстро столкнулись с первыми трудностями. Радость от долгожданного посещения бассейна сменилась боязнью того, что вода попадет в нос или ушки. Но страх прошел быстро. К нашему удивлению, несколько стаканов с водой, вылитых на голову, тут же развеяли все детские страхи и сомнения. Страшно? То где умница, а еще? Нереально бывает в глазку? Не страшно? Нет. Ничка еще. Нет, какая? Все зависит от деток, но большей частью в игровой форме это происходит очень быстро. Впоследствии нужно просто внимание, игра, желание ребенка. Они колоссально быстро учатся, потому что детки-то все, в принципе, рождены в воде. И им это показано, полезно и очень важно. В арсенале Ольги Мешковой бесконечный список трюков и уловок, которые помогают детям быстро привыкнуть к воде и перестать ее бояться. Так Саша и Влад отправились в морское путешествие. Обычная, на первый взгляд, досочка для плавания превратилась в корабль. Детки уже постарше, для того, чтобы правильно их положить на воду, выложить воду, нужно показать упражнение скольжения. Это когда они с опорой, а досочку, а наш мифический кораблик, они вытягиваются, тянутся вперед, они расслабляют организм, они ложатся на воду, и они ощущают себя в безопасности. Впоследствии, когда дети это перебарывают страх, они понимают, что они это уже могут, снимается пояс, и на этом накладывается техника плавания. Положение лежа в воде работает. Ольга Мешкова – мастер спорта, чемпион Советского Союза по плаванию, победитель и призер множества соревнований. В прошлом году заняла первое место на чемпионате мира в Рованиеме, а в этом году уже завоевала целых 4 медали на чемпионате России по зимнему плаванию. Такому профессионалу действительно не страшно доверить свое драгоценное чадо. Ольга занимается не только со взрослыми детками, но и с грудничками. Грудничковый возраст очень хорошо оздоравливает, укрепляет все мышцы, помогает деткам научиться правильно переворачиваться, садиться, вставать. То есть оно не то чтобы заменяет массаж, но благоприятно с массажем очень, особенно у ослабленных детей. То есть детки, которые у меня
процессе там, или родов, или раннего развития, где-то вот они слабенькие. Плюс закаливание для нашего севера – это колоссально. Это дети почти не болеют, дети жизнерадостные, поправляются, пухленькие, кругленькие и замечательно нырять. И даже если у вас нет цели вырастить из своего малыша профессионального спортсмена, пловца, умение держаться на воде и хорошо плавать никогда не будет лишним. Как минимум, выезжая с детьми на море, вы будете знать, что они в безопасности. Когда мы готовили для программы сюжет на тему различные техники рисования, то были очень удивлены тому, насколько много в интернете необычных и интересных идей. Среди самых нестандартных техник рисования, которые точно понравятся маленьким детям, кляксография и каракулиграфия. Но, пожалуй, самая трудоемкая техника рисования – это так называемое точкование, когда мастер использует не кисти и краски, а капиллярные ручки и чернила. При этом художник рисует исключительно точками. К сожалению, в Мурманске таких специалистов мы не нашли. Но у нас есть свои талантливые художники песочной анимации. Турист из России во время отдыха в Китае случайно увидел работы местного художника. Мужчина рисует весьма необычным способом. Он вообще не использует кисти. Мастер творит исключительно руками, макая в краску то ладонь, то пальцы. Популярно сегодня и рисование на жидкой поверхности. Существует два способа. Суминагаши – это роспись на воде, и древнейшая техника эбру. Это искусство называют турецким мрамированием. Для эбру используется специальный раствор – смесь воды с соком турецкого растения. Но главное в искусстве – результат. Залог успеха таких рисунков – нерастворимые краски, растекающиеся по поверхности воды. Готовые изображения можно перевести на бумагу, ткань, дерево. Так неповторимый рисунок становится украшением интерьера или одежды. Пожалуй, самая трудоемкая техника рисования – точкование. Рисунки и портреты создаются из множества точек. В работе художники используют простые перья, капиллярные ручки и чернила. Рисунок под названием «Герой» этот мужчина нарисовал всего за 9 дней. Если верить цифрам из видеоролика, портрет состоит из 3 200 000 чернильных точек. Еще один необычный вид творчества – рисование цветным песком в стеклянных бутылках. Картина появляется постепенно, пока художник засыпает разноцветный песок тонкими слоями друг за другом. В Мурманске тоже есть художники, которые предпочитают кистям и краскам обычный песок. Это достаточно молодое и очень полезное направление в искусстве, способное снять напряжение, уверяют психологи. Кроме того, ребенок, рисующий песком, раскрывает в себе творческие способности. А чтобы вот просто он для удовольствия, ну как-то вот учился видеть по-другому, учился, развивалось бы у него воображение. Потом же он работает двумя руками. Это две руки. То есть если в школе он работает только правой рукой, пишет, там считает, какие-то основные действия делает, то тут уже работаете двумя руками, а это синхронизирует оба полушария мозга и меняется мышление. Если говорить о гиперактивных детях, то для занятий песочной анимацией надо, чтобы была концентрация и одновременно расслабление, это очень полезно для них. Рисовать мне не трудно, главное иметь фантазию. Песок сам успокаивает, как бы если плохое настроение, уже песок поднимает его. Научиться песочной анимации можно в любом возрасте. Есть группы раннего развития, где 2-летние дети начинают познавать этот вид искусства. Сегодня, так как дети у меня уже опытные, они умеют рисовать. Они умеют пользоваться песком, они рисуют у меня уже около года. Сегодня мы с ними учимся рисовать ролик на такую тему полет, абстрактный ролик. То есть небо, космос, воздушные шары, воздушные там, мыльные пузыри, птицы, все, что летает.
Художник создает на песке быстро сменяющие друг друга картинки. Так облака превращаются в птиц, солнце – в планету Земля. Рисовали в центре солнца, да? Помните, что это центральная звезда нашей Солнечной системы. И теперь мы постепенно делаем так, чтобы солнце было видно с нашей Земли, то есть окружаем его облаками, да? Помните, как рисуются облака? Каждое действие художника фиксирует видеокамера. Несколько часов работы, несложный монтаж, подборка музыки и анимационный ролик готов. Тема сюжета может быть абсолютно любой. 8 марта, Новый год или свадьба. А еще, чтобы воспитать художественный вкус у ребенка, специалисты советуют лепить из пластилина. А летом можно строить, например, песочные замки. Вот только нам, видимо, еще долго придется ждать, пока потеплеет, и можно будет поиграть в песочнице. Ну, для этого хорошо подойдет кинетический песок. Его еще называют живым. Он хорошо держит форму, как пластилин, при этом легко рассыпается. Ребята, здравствуйте! Сейчас у нас начнется занятие с песочком. Уже Леня играл в песок? Ребята, вы будете новенькими, да? Сейчас я вам предлагаю все вместе размять песок, так как он залежался. Давайте, разминаем пальчиками. Все вместе. Давайте я поближе вам подвину. Разминаем, разминаем. Леня, помнишь, как в прошлый раз мы делали? На, попробуй. Можно еще лопаткой. Я буду зарывать вам монетки, а вы будете искать. Кто первый найдет монетку, тот и выиграл. А? Смотрите, так закроем глазки. Все закрыли, не подглядываем, не подглядываем. Открываем глазки, ищем монетки. Здесь. Во, я нашел. Нашел. Это смотри. Я. Нет, вот там не одна монетка. Давай, раз, монетка. Где? Ух ты, еще одна. Давайте, ищите. Где она? Надо искать. Прежде чем начать работать с кинетическим песком, его необходимо немного размять руками. Этот необычный материал шведского производства хорошо держит форму. При этом, если его коснуться, легко распадается. Структура песка прочная и пористая. Я вам сейчас предлагаю слепить вашего любимого героя сказки. У меня, например, любимый колобок. Смотрите. Похож? Да. Я могу вам дать формочку. Кто хотел слепить солдата? Я стучать надо сначала, а потом сразу зайти. Там все зайчика, девочка. А солдаты ездят на лошади? Да. Ну, раньше солдаты же ездили на лошади? Да. Хочешь сделать лошадь для своего солдата? Да. На, смотрите, формочка лошади. Я тоже хочу. Этот необычный материал очень приятный на ощупь. Кинетический песок еще называют живым. Внешне и по свойствам он напоминает влажный морской песок, но в его составе нет воды. И стоит его взять в руки, песок словно течет сквозь пальцы. Он состоит на 98% из реального песка, которым дети играют на море, обычный песок. И 2% из нетоксичного вещества, которое придает песку такую эластичность, такую вот, смотрите, он прям распадается в руках. Вот, детям это нравится очень, да и взрослым. Я сама, когда начала этим заниматься, меня прям это завораживало. То есть это очень интересный такой материал, который, в принципе, подходит как детям, так и взрослым. Очень расслабляет и помогает просто
провести время. Теперь, чтобы построить песочные замки, не обязательно ждать лета. С кинетическим песком можно играть дома в любое время года. Он безопасен, не рассыпается на мелкие частицы, не пачкает одежду и руки. Стараюсь каждый раз придумывать новые им задания, чтобы вот как, например, кость монетки, это развивает моторику мелкую, чтобы ребята также развивают зрение, то есть ребята видят это все. После этого, как обычно, мы строим замки. Это любимое дело, замки строить. Вот, какие-то фигурки, любимых героев. Сегодня существует и цветной кинетический песок. Обычно в комплектах по 5-6 оттенков. Желтый, синий, красный, зеленый, белый. Они хорошо сочетаются, и можно строить разноцветные замки и куличики. Кинетический песок обладает рядом преимуществ, вот только стоит не так уж дешево. Для экономных родителей есть более доступный вариант. Необычный песок можно сделать в домашних условиях. Рецепт простой. Вам понадобится 3 стакана песка, 2 стакана крахмала, 1 стакан воды, можно чуть больше, контейнер и лопатка. Песок лучше использовать тот, что продается в зоомагазинах для кроликов или шиншилл. Он светлый, мелкий и чистый. Воду советуем распылять через пульверизатор для равномерного впитывания, чтобы не образовывались комки. Добавляем крахмал, все тщательно перемешиваем до однородной массы и творим. По консистенции такой песок очень напоминает кинетический. Не обойдется этот выпуск и без открытий, по крайней мере для нас. В Мурманске появился Лего-дром. На занятиях дети собирают из конструктора различные машинки, строительные краны, при этом изучая их устройство и принцип работы. Несмотря на то, что у нас дома есть огромный мешок с Лего, и мы постоянно что-то собираем, строить на занятиях Сашке понравилось больше. Сегодня мы соберем с вами постройку, которая называется «Башенный кран». То есть мы не просто будем играть, мы будем еще и учиться. И для этого у нас есть много деталек. Но для начала давайте мы с вами спланируем, составим план. В любом важном деле, при любом строительстве очень важно составлять план и чертеж. У нас есть доска, и на этой доске мы попробуем изобразить кран. Это что такое? Ты нарисовала канат? Или... Веревочка. Веревочка, да. Это называется канат в кране. И он очень крепкий. Рисуй крюк. За этот крючок прицепляет грузы. Какие-то специальные металлические перемычки. У них специальная такая конструкция. Видите, она зигзагом идет. А я уже сделал. Да, молодец, Валик. Да, видите, специально зигзагом. То есть, поэтому кран очень крепкий. Они металлические. Вот эти вот называются перемычки. У них специальная особенная конструкция. Поэтому он стоит и может не сломаться. Хорошо. Только вы кое-что забыли нарисовать, что Вадик и Саша, вы забыли нарисовать одну важную деталь в кране. Надо, я знаю. Да. Кусочек, там такая кабина для человека. Кабина, все правильно. Где кабина? Саша рисует кабину. Ребят, старайтесь чертеж делать. Это человек, нарисовать. Конечно, обязательно. Чертеж делать обязательно такой. Много деталей. Потому что именно по вашему чертежу мы будем сегодня работать. Как называется человечек, который управляет краном? Помнишь? Машинист. Машинист, да. Рисуем машиниста. Будем работать по чертежу Ульяны и Светы. И как называется вот то приспособление, которое нужно для того, чтобы кран не упал? Представляете, если будет очень тяжелый груз поднимать, очень много тонн, его может туда просто перекосить, и он упадет. Что нужно для того, чтобы он не упал? Кто знает, Валик? Специальная железная крюк. Да, грузило. Железный. Противовес железный. Вот здесь вот располагается противовес. Как только подготовлен чертеж и изучены детали будущей конструкции, начинается самое интересное. Можно приступать к строительству. Изучить строение различных механизмов, привить интерес к науке и технике легко. В
первом в Мурманске легодроме для этого используют всемирно известные конструкторы серии LEGO Education, популярные на Западе уже более 15 лет. Дети приходят не просто сюда заниматься, они должны приходить сюда отдыхать и получать просто удовольствие от нашего процесса, даже не учебного, а дальше, больше учебно-развлекательного. У нас проходят занятия для детей от 4 лет и старше, вплоть до 17 лет. И как бы все зависит от возраста ребенка, так и строится урок. То есть чем младше, тем попроще задание, чем старше, там уже более серьезные такие, мы ставим опыты, экспериментов. LEGO Education – это серия образовательных конструкторов, которые разработаны педагогами специально для развития творческих способностей и мелкой моторики малышей. А еще они помогают детям познакомиться с окружающим миром и узнать много интересного, играя. Если мы хотим кран передвинуть с одной стройки, например, на другую, что, как они переезжают? Летают по воздуху. На колесиках. Они переходят, они ездят по рельсам. То есть по железной дороге краны передвигаются. Строительство подъемного крана начинается с платформы и, конечно, с поиска необходимых деталей. Смотрите, сколько здесь шипов? Посчитайте. Сколько здесь шипов? 6. Нет, не 6. 8. Вот такие квадратики нам нужны с 8 шипами. Юные инженеры наполнили импровизированный склад всеми необходимыми материалами. Следующая задача – построить башню, и чем выше, тем лучше. И строим башню. Она будет вот такой, смотрите. Вот такой ширины у нас. Окей. Угу. Как кирпичи кладем. Без маленьких ЧП на стройке не обошлось. Зато это отличный повод для того, чтобы поговорить с детьми о правилах безопасности. На стройке бывают всякие случаи. И что нужно использовать, когда вы, ребят, придете на стройку? Чтобы... Аккуратно. Что нужно одевать на голову? Шлем. Все правильно. Такие познавательные занятия развивают воображение и логическое мышление, учат работать в команде, общаться и договариваться. Я ставлю эту штуку. Смотри, Владик, Саша. Это у нас будет стрела нашего крана. Но Саша сделала кабину, смотри, Владик. Там есть рычаги, руль, кружка. Еще шоколадка есть. И шоколадка еще есть. Ого. Мама, смотри, какую я кабину построила. Мы устанавливаем ее наверх. Моторчик – это самое главное. Он будет именно служить для того, чтобы поднимать и опускать грузы. Смотри, Саш, это блок питания, здесь батарейки, это переключатель. Мы все ставим. Устанавливаем на нашу платформу. Где твой человечек, Владик? Твой человечек, вот где? Вот мой. Ставь, он будет у нас рычагом двигать. Будет переключать. Кран построен. Самое время его протестировать. Смотрите. Пускай. Выключай. Легодром придется по душе не только маленьким инженерам или юным ученым. В студии каждый малыш сможет провести время интересно и с пользой. По просьбам наших телезрителей мы решили продолжить серию сюжетов о настольных играх. Оказывается, есть такие игры, в которых дети соревнуются не друг с другом, а играют против самой игры. Башня с привидениями учит работать в команде и тренирует память. Сейчас мы покажем вам игру, которая называется «Башня с привидениями». Вот она вот так. Это одна из немногих детских игр, которая сделана кооперативно. То есть все дети играют вместе против игры. В игре таким образом нету никакого конфликта, а дети учатся работать в команде.
В этой игре вы окажетесь в старинном замке. А какой же замок без привидений? Ровно в полночь они выбираются шалить на крышу башни и к 12 дня уходят. Все призраки живут в комнатах разного цвета, по 3 в каждой. Чтобы отправить шалунов спать, игрокам нужно собрать 3 жетона с призраками одинакового цвета. Но надо торопиться, ведь каждая неверная попытка отнимает целый час. Жетоны с привидениями раскладываем вокруг игрового поля лицом вниз. Стрелки часов ставим на 12 и начинаем поиски. Игроки по очереди открывают жетоны, стараясь найти 3 одинаковых. Если малютки привидения разного цвета, жетоны закрываются, а стрелки часов переводятся на час вперед, а поиски продолжаются. Если же цвет призраков совпал, радуемся. Эти жетоны нужно положить в комнату соответствующего цвета на поле. Если до полуночи игроки найдут всех призраков, они победили. До свидания, дорогие друзья, и до новых встреч. Наша следующая программа выйдет в эфир 8 мая. Мы решили ее приурочить 70-летию Великой Победы. Мы объявляем конкурс детских рисунков, посвященных Великой Отечественной войне. Присылайте свои работы на адрес электронной почты программы или загружайте в группу «Телемамы» ВКонтакте альбом «День Победы». Мы обязательно свяжемся со всеми участниками, а авторов лучших работ пригласим к нам в программу, посвященную юбилею Победы.